Всем щербет, друзья! Сегодня Хэллоуин. Я не то чтобы всегда этот праздник праздновал, и многие, наверное, будут писать в комментариях, что, мол, праздник не наш, и так далее. Да, но у меня есть один друг, который очень фанатеет от этого праздника. Я профессиональный скейтер. Собственно, и ничего не вижу плохого в том, чтобы просто пойти где-то там нарядиться в дурацкие костюмы. Домашняя такая обстановка. Возможно, ну, короче, мы хотим пойти в лес сейчас на ночь. Ну, малявка с Викой не на ночь. Они немножко потусят и уйдут. А мы, в общем, посмотрим. Это будет ночь Хэллоуин с фонарями Феникс. Итак, в лес поедет вот этот вот ВТ-50Р. Поедет ЛР, а, ЦЛ-23. Поедет лазер ТК-30. Поедет у нас ЛР-40Р и налобничек. Вот это все у нас будет в лесу. Сейчас мы пойдем в маркет, купим какой-то атрибутики, там может тыкву, может каких-то фонариков. Купим тыкву, там только тыкву. В лесу нам надо будет насобирать дров на костер, собственно. Ну, погнали. Да сейчас придут, не мотыляй, доченька. Это мы украшаем. Ребятки, ну прошу прощения, что камера будет показывать все это так плохо, как-то размыто, да? Видите, в дереве у нас торчит наш кемпинговый фонарик на вот такой вот приспособе. На Викториноксе, вставленном в дерево. Здесь мы сейчас гирлянды повесим. Ой, классно. Доченька с налобным у нас фонариком. За эту кору. Угу. Сейчас вот здесь. Получается? Вот здесь бы не надо очень, да? Резануть. О, а мы сейчас. Вот там надо вот тут за гвоздочку. Смотри. Так, ребятки, придется достать нож и сделать некие манипуляции, чтобы повесить гирлянду. Потом включусь. Да. Сейчас пойдем. Вот такой атмосферный у нас получается. Ну, я там фоточки покажу. Да, очень круто получилось. Прям такие ворота в потусторонний мир. Вот у нас висит на дереве еще один феникс. Один у меня в руке. И один у Вики налобный. Она шишки собирает. Вот такой у нас Хэллоуин с фонарями феникс. А мне сейчас нужно идти... Фонарная вечеринка. Да, фонарная вечеринка, друзья. Все ссылочки на фонарики будут в описании. Да. А я пошел за дровами. День тренера. Поздравьте, это у нас тренер по плаванию. Угу. А сейчас просто преподаватель младших классов. Что? А что? Я и тренер, и преподаватель, и учитель. А, все вместе. Да. Вот так вот, да. Поздравлям бы. Так, ну этого, я думаю, мало будет. Или порубать ее. Порубать, сейчас посмотрим. Слышишь, может они придут, мы их еще за дровами отправим? Ну, потом можно и отправить, конечно. А что, не на халяву решили? Пока нормально, да? Ну, окей. Детеныш нашел дровишку, да? Ну, неси ее в наш лагерь. А ты? Неси в лагерь. Я тут посвечу тебе дорогу. Сейчас еще друзья придут. Они там купили сосисочек. Каких-то там чуть-чуть совсем кока-колы купили. Совсем так немножко, чтобы отметить праздник. Что? Я нашел. Ой, супер. О, у меня вот это, ребятки, ЛР-40Р сейчас. Смотрите, раз, два, пам, пам. Да. Включает день. Вот, палочка еще одна. Что? Четыре палочки, одна вот такая. Супер, относи. Не? Сама не хочешь?
Что там, мамочки? Мелочь, мелочь. Мелочь, но приятно. Понятно. Ну-ну-ну. Что интересно, друзья, что вон там вот где-то наш лагерь, типа якобы, да? А здесь мы нашли дрова. И вот детеныш сама не боится, она ходит через вот эту вот темноту, через лес. Ну, здесь 100 метров, наверное, но тем не менее, она берет себе фонарик и ходит абсолютно спокойно. Вот. Я выключаю свой, вот она пошла. Он светит себе фонариком, понесла в лагерь дрова. Приучайте детей не жить в средневековье, не пичкать их каких-то страхами вот этими про каких-то домовых лесных чудовищ, прочего-прочее. Воспитывайте их современными, чтобы они понимали, как действовать в разных ситуациях, чтобы они понимали, что такое темнота, почему ее боятся. Ну, конечно, понятное дело, что без страхов жить тоже нельзя. Страх – это как бы предохранитель своего рода, но, тем не менее, в мракобесии воспитывать детей не нужно. Сидим, блин. Алло. Алло. Прикинь, он разворачивается, а у него нет лица просто вот так. Да мы хотели что-то такое сделать, блин, а вы все пересрали своим... Да, так и подумал, что вы что-то... Своим ором. Чё? Здрасте! Привет. Здорово, здорово. Камера. Тепло. Привет. Привет. Очень тепло, мы, короче, запарились. Приветки. Так, ну смотрите, какая у нас атмосферище, гляньте. Атмосферище... Да. Хорошо. Слушай, крючок лосе. Ну да. Не знаю. Но мы хотели сесть втроем спиной, короче, типа, и молчать. А тут Филя уже начал позвонить уже рядом, что-то орать, короче. Блин, мы хотим, мало ли, вдруг кто-то реально тусит, и вообще непонятно. Там мы тут одни тусим. Страшно. Дашь, мы сюда же зашли. Нажимай сверху вот здесь. И нажимай. А? Все, и нажимай, держи. Класс? Нет. Держи, себе. Нет, оставь себе. Это Лиаре подарок, потому что она Лиара. Ага. А один человек у нас есть, который ценит Хэллоуин. Это тебе подарочек. Ух ты, ничего себе. Вот так еще делаешь, и там типа черное. Ай, класс. Все, вам подарки, остальным нет. А как во-первых, же? Потому что вы не Лиара. Во-вторых, потому что вы не настолько цените Хэллоуин. А вот третьих... Вы кто такие? Я вас не звал! Это же Котти. Вот и праздник удался. Это пушка там еще маленькая. Жарко, жарко, все. Класс. Так, побежали. Побежали. О, класс. Что-то вроде, да? О, смотри, у Марины уже получилось. У Марины и получается всегда, как у меня. Только помоги закрыть. Давай, а что, нормально бьют, да? Это, нормально, короче, называется биван, да, Дима? А? Биван называется? Типа как диван, а, только так. Биван. У биван. А можно замыть туда? А пока не стоит. А? Мы в Сельпу их покупали по акции по 99 гривен. Слышишь, они проткнут они эти иголками? Не, ну они типа прочные. Но мы на ветках их уже использовали. А, да? Нам и... Ништяк, я понял. Нет таких прям, наверное, острых. Есть, оно только желе. Где гаражи, заезжаешь сразу, такой мост и гаражи. Ну это бам. Какой-то спальный район. Прям конец города уже. Да, это бам. Это бам-ба-бам? Бам-бам-би. Ну вот просто, просто он выглядит, понял, как Припять в ее лучшее... Ну, Жека так жил. Да? Жека ну, так жил, это вся его молодость так прошла. Не, ну это типа окраина. Да? Ну, а когда мы ехали уже через Кременчуг, когда мы сократили... Ой, вернее, искали лучшую дорогу, проехали по центру, видать. Кто из Александрии, ставьте лайк. Уже более есть менее. Чипсы? Да. Окей. Не, я сейчас возьму, я просто... Я очень люблю чипсы. Ты там за чипсы? А, коте. Че, испугался? Не бойся. Интересно, откуда он здесь взялся. Друзья, иду свечу ВТ-50
в динамике, оно, конечно, будет все размыто и некачественно, что камера, она и днем-то, когда вы светите, так, на ходу не очень сильно фокусирует, а в темноте и подавно. Отвел Вику с малой, возвращаюсь к нашей стоянке. Это турборежим, 3200 люмен, по тропинке. Ну, конечно, никакой котик, никакая мышка, белочка от вас не ускользнет. Коридор такой, что вообще все видно отлично. Маленький налобный фонарик, с которым малая ходила, на 16-340 бочоночки, довольно быстро сел. Ну, как я и говорил, что если хотите полноценный, да, то это не про такие налобнички. Они светят хорошо, но недолго. Тем более ребенок, она не понимает, там, что его надо как-то экономить, турборежим не нужно включать. Она включила, пошла там за дровами. Он довольно быстро потух. И в целом, вот даже LR40R и вот этот WT50, он, ну, в турборежиме любой фонарик довольно быстро разряжается. Ну, как быстро, вот мы уже светим, и еще светим, и идем. Но нужно понимать, что это все-таки форсаж, как я всегда говорил, это не основной режим фонаря. Поэтому вот как-то так. Ну что, возвращаясь к ребятам, где мы там жьем кастрик, сейчас будем сосисочки жарить. У меня еще в кармане лазерный ТК-30. Но здесь я не вижу каких-то возможностей его потестить. Лес, он лупит на километр 200, это вы уже все там в обзоре увидите. Все, жду туман, чтобы им посветить как лазерным мечом. Вот так и прошел наш Хэллоуин. Но на самом деле для вас он только будет сегодня. Фонарики не забыл с дерева снять, трамантинку надо помыть, поправить. Мы умудрились за где-то 7 часов пребывания в лесу в темноте полностью посадить все фонари. Вот заряжается VTW50. Там у меня на кухне заряжается налобник. Вот он лежит. Извините, такой бедлам. Ну, снимаю с утра, как есть, так и есть. LR40R уже зарядил. Вон он в коробочке. Только лазер у нас не разрядился, потому что я им не посветил толком. Но там в лесу как бы негде им светить. Поэтому такие дела. Вывод, друзья. Не пользуйтесь фонарями на турборежиме. Особенно не давайте их в руки людям, которые, ну, все равно ими будут светить на турборежиме, ибо классно, когда они светят на турборежиме. Если вы даже не отмечаете Хэллоуин, то просто проведите время с семьей, там, подурачьтесь, может быть, я не знаю, купите подарки своим детям и так далее. Ну что, друзья, мне нужно монтировать видосик. Всем добра, увидимся, покеда. Да, Василий?